Всем здравствуйте, зовут меня Наталья Чонка, и я захотела написать видеоотзыв такой о школе. Я не являюсь ученицей, я не покупала никаких платных уроков, но я это планирую. Временно у меня отсутствует машина, у меня есть ЛКшка 150, я на ней училась. Я заказала бразер себе и очень жду, и вот тогда хочу сразу заниматься по платным занятиям. Как я решилась на это? Откуда я узнала про школу? Посоветовала знакомая, через которую я заказала себе машину с Японии. Вот. И она мне прям точечно сказала: иди туда. Я начала смотреть, я начала повторять все на своей ЛКшечке, на этой малышке, на этой куколке. У меня начало получаться. Хотя до этого, знаете, какая история была? Я захотела вязальную машину, так как я очень много вяжу на руках и в основном специализируюсь на одежде для собак. У меня такие прям, ну, несколько необычные модели. Вот. Думаю, ах, куплю-ка я себе машину и буду вязать. Ага. Когда я ее купила, когда я ее установила, я поняла, что да не тут-то было. И начала, конечно, юзать весь YouTube, искать эти уроки бесплатные. Короче, кучу пряжи я поперепортила, плюнула, потом опять. Но мне нравился сам процесс. Это ладно, бог с ним. Когда я наткнулась на школу нашей прекрасной Ларисы, я просто обомлела. У меня с этого момента жизнь перевернулась, я скажу так. У меня вся семья начала просыпаться с ее голосом, засыпать с ее голосом. Вот. Я начала вязать именно по бесплатным урокам то, что Лариса дает в открытый доступ. У меня начало получаться, вы понимаете? И у меня уже есть одно почти готовое изделие, потому что я очень много вяжу образцов, я делаю уроки, ну, и до изделия еще руки не дошли пока. Подача материала – это не передать, это просто сказка. Этот приятный голос, это доходчиво для таких чайников, как я могу прям смело себя назвать таким, у меня начало получаться, и я просто влюбилась в эту подачу материала, в эту базу знаний, это кладезь знаний, это... Кстати, вот хочу заметить, тут я параллельно еще же, естественно, смотрела на YouTube других мастеров, и тут я начала приунывать и звоню своей девочке во Владивосток, через которую вот, которая меня к Ларисе отправила. Я говорю: слушай, Зай, ну вот так преподают, так радуются вот таким вот изделием простеньким. Мне кажется, я такая же замшелая бабушка скоро стану, но я образно. Что-то прям так грустно, так печально все. Она мне, знаете, что на это сказала? Иди к Ларисе. Вот сразу бросай все, иди к ней на канал. Почему? Потому что у Ларисы обалденные луки можно собирать с ее моделями, с ее видением цвета, с ее видением пряжи. Как это все красиво смотрится в совокупе. Но практика, практика, еще раз практика, надо учиться. Что, собственно, я и делаю. И мне очень нравится сам процесс. Вот, очень усидчиво, все свое свободное время теперь у меня около ЛКшечки проводится, пока не дождалась я еще своего бразера. Вот, и хочу сказать, девочки, не тратьте попусту свое время, вы сэкономите в первую очередь это время, во вторую очередь свои средства, вы не выкинете кучу денег на ненужную пряжу для вас. Правильно Лариса говорит, приучайте себя к хорошему. Это прям эстетически красиво, это приятно трогать, это приятно с этой пряжей работать. У красивого, мудрого, знающего, образованного преподавателя. Ну, в общем, всей команде вашей школы я передаю огромный привет, низкий поклон за то, что вы делаете с нами, за то, как вы обучаете, как вы преподносите этот материал. Девочки, я не устаю восхищаться. Это потрясающая школа. Я надеюсь, скоро я стану ее ученицей. Это бомба. Это моя любовь на всю жизнь теперь. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваше терпение. И всем новичкам советую. Кстати, очень хороший совет для тех, у кого дома проблемы. Отвлекитесь. Купите себе машину. Ваши все проблемы останутся там.
сидите и учитесь, развивайтесь, и вы очень много чего узнаете интересного. Всем спасибо. Я от души записала этот видеоотзыв. Школа – это бомба.